В общем, мы сейчас начнем с блица, uh-huh. да? Ну, знаешь, что такое блиц, да? Да. Когда задается вопрос, а на него нужно получить быстрый ответ. Uh-huh. Думать на блиц вопрос нужно, ну, секунду. Uh-huh. Секунду думаешь, сразу задаешь ответ. Вариантов нет. Вариантов нет. Хорошо. Все варианты у тебя в голове. То есть, да. Какой вариант тебе пришел uh-huh. в голову? Ну, сейчас мы попробуем, будем потом общаться периодически, uh-huh. ладно? Хорошо. Хорошо? Uh-huh. Ты готова? Да. У нас камера готова? Да, готова. Раз, два, три, поехали. 7 и 8. 35. А как расшифровывается ФК ЦСКА? Футбольная команда ЦСКА «Рубин». Где играет 11 на 11? В хоккее. Продолжим. Каждый охотник желает знать, где сидит... Здесь сидит пазан. Пазан. Что такое крона? Это, наверное, про деревья что-нибудь такое. Кто снял «Джентльмена удачи»? Какой-нибудь Стивен Спилберг. Сколько букв в слове «комиссар»? 9. Чем играет хоккей? Клюшками и шайбами. Правильно. Как в жизни зовут Лару Крофт? Лариса. Кто такой буцефал? Человек, имеющий какие-то определенные недостатки. Где находится Черногория? На Чернобыле. Что будет, если соединить кислород и водород? Вода. Что такое черный континент? Америка. Кто такой филателист? Человек, который много думает. А какого цвета звезды? Белого и блестящего еще. Почему Пизанская башня кривая? Потому что там не хватает внутри немножечко у нее кирпичиков. А кого ест муравьед, если поблизости нет муравьев? Других муравьев, более мелких, розовеньких. Какое самое большое число? 100 000 000 000 000 000. Неведомое число. Почему Герасим утопил Муму? Потому что она мешала ему ловить рыбу. Поехали дальше. Почему дорогу переходит по зебре? Потому что, чтобы машины видели, что белые полоски, и давали переходить людям. США — это Соединенные Штаты Америки. А чем они соединены? Континентами. Чем занимается вратарь в волейболе? Он ловит мяч. Где находится интернет? Интернет в пространстве везде. Вообще везде находится. Что такое Буэнос-Айрес? Город, где еще фильмы снимаются бразильские. Две головы хорошо, а четыре? Лучше. А восемь? Еще лучше. А 16? Перебор. Какой предел? 100. Ой, не 100, меньше. 10 предел. Последние слова Пушкина. Он, наверное, сказал-то, что он вот эту дуэль посвятил своей любимой девушке. Но, если честно, точно не знаю, потому что не была там. Что будет, если выпить 5 литров воды? Человек лопнет. Как называется новый альбом Сергея Зверева? Какой-нибудь «Я хочу тебя, бэйби». Чем пахнут проблемы с милицией? Тюрьмой. А какая машина у Моисеева? Бентли. Голубая. Что нельзя есть с кетчупом? Майонез. Правильно, все, блиц закончился, спасибо. Мы закончили с блицем.